Бизнесвумен обсудили механизмы стимулирования развития легкой промышленности. Представители прекрасного пола сегодня могут составить достойную конкуренцию мужчинам. Деловые женщины в сфере легкой промышленности на диалоговой площадке обменивались опытом, обсудили идеи и проекты сотрудничества. Формат форума не совсем обычный. Вместо длинных докладов – свободное общение, дискуссионная панель, выставки, где были представлены одежда, национальные костюмы, вышивки, униформы и украшения, которые гости могли не только посмотреть, но и приобрести. Именно в этой сфере у нас есть резервы, есть лучшая зарубежная практика, отечественная практика, поэтому нашим предпринимателям, как городским, так и сельским, есть чему учиться. В рамках форума будут проводиться мастер-классы, и мы считаем, что именно в этой сфере, где заняты молодежь, сельские женщины, городские женщины, есть у нас к чему расти. В женском форуме приняли участие представители Казахского общества слепых, которое предоставляет возможность инвалидам по зрению работать на производственном предприятии. 40 человек, 27 из которых люди с ограниченными возможностями, изготавливают скоросшиватели, конверты, рукавицы, постельное белье и эко-пакеты 4-цветного формата. Наше производство специфично тем, что у нас трудозаняты инвалиды по зрению. Мы относимся к легкой промышленности, выпускаем постельные принадлежности, основная специализация, рукавицы, то, к чему приспособились инвалиды по зрению шить. И с исполнением послания президента о увеличении отечественного товаропроизводства, трудозанятости и забота о благе здоровья, о благосостоянии народа и его здоровье, мы открыли новый цех по выпуску эко-пакетов. О производстве пуховых изделий рассказали гости из России. Пуховые платки, одежда и палантины уже не первый раз предстают на выставке в Актобе. А в планах руководителя Оренбургской гильдии пуховниц открыть фирменный магазин в нашем городе, где будет выставлена коллекция «Дом пуховой моды». Очень рада, что в Актюбинске проходит вот такой большой форум, значит, деловых женщин, предпринимателей в области легкой промышленности. Значит, нашим фондом была учреждена еще одна организация, учредителем которого является фонд «Байтерек». Это Оренбургская гильдия пуховниц, которая объединяет мастеров пухового вязания. Задачей таких форумов является повышение имиджа женщин-предпринимателей и стимулирование предпринимательской деятельности в легкой промышленности. Аймира Даутенова, Мирлан Аманжолов, программа «Факт».